Всем привет, ребята, меня зовут Ангелина, и сегодня я хочу заснять для вас видео один день из моей американской жизни, ну или как бы день американского подростка. Надеюсь, что вам понравится это видео, всем приятного просмотра. В общем, сегодня день Святого Валентина, этот день будет безумно загруженный, и сейчас у меня 7:30, я еду на учебу, уже опаздываю. Первый класс у меня психология, кстати, мой любимый предмет, я не знаю, мне безумно этот класс нравится. Сейчас у меня будет 1,5 часа перерыва. Я буду дома готовиться к следующей паре. Вывела кошку на улицу. В общем, сейчас я еду на класс по презентации. Тема презентации серии убийца. Короче, безумно странно, но нам попалась именно эта тема. Я только что приехала с класса по презентациям, все прошло просто отлично, я хорошо выступила. После презентации у нас была такая небольшая группа activity, где нам надо было просто работать с группой. Так как сегодня день Святого Валентина, нас в колледже угощали пиццей, печеньками, и также там ждали небольшие подарочки, я сейчас вам покажу, что я себе взяла. Кроме бесплатной пиццы и печенюшек, нам еще дали такие вот хайлайтеры и конфетки, и это безумно мило. Сейчас 1:30, и я выезжаю на работу. Сегодня буду работать до 6 вечера, после чего мы с подружкой встречаемся в торговом центре и идем в кинотеатр на фильм «Счастливого дня смерти. Вторая часть». Кто смотрел этот фильм, то пишите мне об этом в комментариях, будет интересно почитать. Заказали себе конфути, сейчас будем пить. У меня манговый, у тебя какой? Passion fruit. Итак, мы приехали в молл, сейчас пойдем в кинотеатр. Потом мое любимое мороженое. Будем покупать мороженое. Сейчас сидим, ждем нашего фильма. Он начинается в 7, сейчас только 6:30. Сейчас будешь рассказывать? Да. В общем, только что позвонили с полицейского департамента и сказали, что что-то произошло с моей машиной. Кто-то выезжал с парковки и врезался в мою машину. И вот там вот сейчас стоит полиция, они разбираются во всем, смотрят мои документы. Мы опаздываем на фильм, но вот такая вот у нас жизнь. Вот такие вот у нас приключения. И очень хороший день, да, Лиля? В общем, с моей машиной разобрались, нам дали всю информацию, и в течение недели надо будет позвонить в полицейский офис и просто что-то там будут решать по страховке. Так что все вполне нормально, и сейчас мы идем на фильм наконец-таки. Где наш? Первый. Я вижу уже. Happy death. You okay? Yeah, I... Hey, Dad. Фильм безумно понравился, и сейчас мы приехали в магазин. Немного походим, пошопимся, и потом поедем домой. Я себе просто купила стекло на телефон. Всем огромное спасибо за ваш просмотр, и пока. Будьте аккуратны, и не попадайте в такие странные ситуации, как я.